Доброе утро, Югра! Сегодня я хочу познакомить вас с серией детских книг о девушке-детективе Нэнси Дрю, авторства Кэролайн Кин. Кстати, первый роман под названием «Тайна старых часов» был опубликован еще в 1930 году. С тех пор книги о юной сыщице были переведены более чем на 30 языков. По мотивам ее увлекательных расследований были сняты фильмы и компьютерные игры. Самое интересное, что имя автора не менялось с прошлого века. Ведь под псевдонимом Кэролайн Кин скрывается сразу несколько писателей. Несмотря на то, что Нэнси Дрю существует уже почти 100 лет, с каждым годом она становится все современнее. В новых расследованиях она пользуется гаджетами, водит автомобиль и больше времени уделяет отношениям. Но, как и раньше, не забывает о своей работе и берется за самые странные и нелепые дела. Поиск похищенного яйца Фаберже, поимку вора на благотворительной гонке и не только. Сюжет книг полон авантюризма и жажды приключений. А тайны и загадки, которые ждут наших героев буквально на каждой странице, помогут подрастающему поколению проявить дедукцию и пытливость ума. Серия «Нэнси Дрю» уже ждет своих юных читателей на полках городских библиотек Ханты-Мансийска. До новых встреч!